наши делегаты, на нашем съезде по отчетному докладу Центрального комитета партии выступили делегаты от коммунистических партий всех наших союзных республик, образующих великую многонациональную советскую родину. Представители партийных организаций городов-героев Москвы и Ленинграда, посланцы партийных организаций Урала и Сибири, Поволжья и Дальнего Востока и ряда других краев, областей и автономных республик Российской Федерации. С трибуны съезда мы слышали слово передовых рабочих и колхозников, инженеров и ученых, деятелей литературы и искусства, партийных, государственных, профсоюзных и комсомольских руководителей. Полномочные представители 12-миллионной Ленинской партии глубоко по-деловому обсудили важнейшие вопросы жизни партии и страны, итоги пройденного пути и планы на будущее. Если в самых кратких словах охарактеризовать главные черты, которые отличали эти выступления, то можно сказать так. Это полное единство съезда вокруг политической линии Центрального комитета как во внутренних, так и во внешних делах. Это горячая большевистская интернациональная солидарность со всеми странами социализма, с коммунистами всего мира, со всеми борцами против империализма. Это, наконец, настоящий партийный дух товарищества и серьезной требовательности к самим себе и другим во имя торжества нашего общего дела. Словом, хороший деловой настрой передового отряда громадной армии строителей коммунизма. Это очень хорошо, товарищи. Это показатель высокой политической зрелости нашей партии. Выступавшие делегаты съезда не только активно поддерживали политику ЦК, но и развивали ее, дополнив и обогатив отчет Центрального комитета большим фактическим материалом и постановкой ряда новых важных вопросов. Выступления всех товарищей на съезде таким образом слились воедино с отчетным докладом Центрального комитета, показав деятельность нашей партии во всей ее широте, во всем многообразии. Все это, товарищи, и освобождает меня от более пространного заключительного слова.